Привет, видео коротыш о том, как совместить вытяжку кухонную и вентиляцию в одном канале. У нас вытяжка Ханса, но на самом деле не важно, какая вытяжка установлена. Из вытяжки идет рукав вот такой, диаметр 120 миллиметров. Я купил 125, поэтому пришлось немножечко приколхозить. Потом у меня идет переход со 125 рукава на 150 трубу, потому что у меня было пробурено отверстие 150 трубой под 150 трубу. И далее ставится вот такая штука, называется обратный клапан. Сейчас покажу, как это работает. Сейчас клапан в положении открыто, то есть воздух поступает с улицы и помещение проветривается. Включаю вытяжку. Вытяжка дала поток, и клапан закрылся. Выключаю вытяжку. Воздушный поток прекратился, и клапан открылся. Снова у нас доступна вентиляция, так называемая естественная. Конечно, это решение придумано не мною, но оно не настолько очевидно, насколько кажется на первый взгляд. И люди, далекие от вентиляции, ну, с первого раза не сообразят, что именно так нужно сделать. И мой совет при походе в магазин, выбирая там обратные клапана, анимостаты и все прочее, нужно продавцам показывать прям фотографию там или видео показывать, что вам нужно. Потому что если вы придете и попросите обратный клапан, их найдется штук 5 разновидностей, которые вам могут продать, и продадут обязательно самый дорогой. А самый дорогой покупать не стоит. Вот берите на вооружение, пользуйтесь. Пока.